Так, что наш цыпа? Сохнет, да? Давай я тебе помогу. Давай я тебе нарисую, а ты раскрасишь. Давай. Клеточка. Наш дом Славянск инициировал накануне пасхальных праздников вот такие бесплатные мастер-классы семейные для желающих. Можно сюда прийти с ребеночком и научиться технике росписи крашенок, то есть древнему искусству, которым наши все предки владели. И накануне праздников пасхальные яйца расписывались. И вот такие вот мастер-классы мы инициировали на базе нашего офиса. Нам любезно согласились помогать преподаватели художественного училища, вот, да, Людмила Викторовна, сейчас вот это, ну, оно сейчас центр имени Кривоноса, но это вот то художественное училище, которое готовит у нас художников, и они проводят эти мастер-классы. Белоус Людмила Викторовна, мастер из профессии живописец Славянского богатопрофильного регионального центра профессийной свиты имени Петра Федоровича Кривоноса. Здесь сегодня собрались детки, которые к нашей Пасхе, к нашему празднику, будут расписывать писанки. Потом эти яйца будут представляться на выставке. Лучшие работы будут выбираться и будут выдаваться призы лучшим работам. Цель сегодняшнего нашего мероприятия – расширить знания и об истоках, об обрядах, об писанках тех яйцах, которые мы готовим к нашему православному празднику, который у нас на Украине ярко отмечается, ярко празднуется. Сегодня мы знакомим с символикой по росписи яиц. Сегодня у нас детки знакомятся с видами вообще, какие бывают писанки, какие бывают крашенки, какие бывают дряпанки, другие обереги. Вот. Поэтому геометрические фигурки, растения, животные, все будут на наших писанках. Потом мы своими руками эти писаночки украсим, повесим на красивые шнурочки и на наше пасхальное дерево вывесим в парке «Мечта». Приходите, пожалуйста, спасибо. Голосовать за яйца. Спасибо.